Привет, зовут меня Дмитрий Скловский, агентство недвижимости Grand House. Нахожусь я сейчас в Ломоносовском районе, на Красносельском шоссе, дом 52, корпус 1. Хочу вам показать здесь двухкомнатную квартирку в 10-этажном доме на первом этаже. Дом панельный, 2004 года постройки. Пока мы находимся на улице, сразу покажу. Там у нас находится торговый комплекс, Сбербанк, Лента, все магазины, все в пешей доступности. Вся городская инфраструктура прямо здесь. Через дорогу у нас отдельно идет большая Лента, Окей, Леруа, фитнес-клубы. Парковка всегда есть, вечером можно поставить машину. Пойдемте посмотрим квартиру. Есть дом, видеокамера, в парадной также есть видеокамеры. За домом следит управляющая компания, Загирубовская линия. Парадок, как вы видите, сделан ремонт, везде видеокамеры. Есть лифт, но так как у нас первый этаж, он нам не нужен. Сделана дополнительная железная дверь, она отделяет у нас две квартиры. Квартира у нас, еще раз говорю, находится на первом этаже 10-этажного дома. Квартира двухкомнатная, одна комната у нас 12,8 квадратных метров. Давайте покажу. Мебель мы оставляем будущему собственнику квартиры. То есть все обустроено, все сделано. Кровать, шкафы, все в достойном состоянии. Натяжные потолки во всей квартире. Вторая комната у нас площадью 17,1 квадратный метр. Комнаты пользуются мало, потому что собственник один. Комната прямо с балконом. Здесь также практически остается вся мебель. Это стенка. Также натяжные потолки. На полу лежит паркет. Высота потолков 2,55. Коридор у нас 12 метров. Очень большой просторный коридор. Санузел у нас отдельный. Туалет, ванна. Раковина большая. Большая вместительная ванна. Всем привет. Туалет. Все, плитка спрятана. Очень красивое решение. Тамбура. Сделано все под дерево. Также натяжные потолки. И сейчас мы с вами пойдем смотреть кухню. 12,8 квадратных метров. Полы у нас кафель, большая плитка. Кухня еще в пленке. Она останется будущему собственнику. Красивое дизайнерское решение потолков. Сочетание красного и белого. Ну, так же, как и здесь. Уголок красного цвета стоит. Еще раз повторю, кухня 12,8 квадратных метров. Поэтому напомню, двухкомнатная квартира в панельном доме 2004 года постройки, 61 квадратный метр, комната 17,1, комната 12,8, кухня 12,8. По поводу приобретения звоните, мой телефон 942 00 63.
цена будет ниже под в тексте. Обращайте на это внимание.